連邦大学で日本語を教えています。私は29歳です。私の趣味は日本の文化です。できれば今日はできるほど日本語を教えてつもりです。В японском я сейчас сказал, что меня зовут Рафик, и я являюсь преподавателем японского языка в Казанском федеральном университете. В этом университете я преподаю уже 3 года, вот, и основное мое увлечение – это именно японский язык, именно его содержание, именно его грамматики и возможности его понимания и обучения. Вот. Сегодня я постараюсь раскрыть тему именно японского языка, как она зародилась, почему она имеет такой вид, который мы сейчас можем слышать и видеть. Ну и постараюсь ответить на все ваши вопросы. И расчёт на речь у нас, японцы всегда это говорят, когда знакомиться, это значит рассчитывая на вашу поддержку в дальнейшем. Это, я считаю, что это неплохое выражение. Если позволите, я тогда буду правильно.